Музей – это здание, где хранятся скульптуры древние, раскопки, там, например, древние-древние, там, посуда, осколки. Это такие музей. Заведения, где расставлены старые вещи, старые костюмы, старые стулья. В музее такие вещи есть, только их не я трогать руками. А почему? Потому что может кто-то сломаться или оторваться. И все, уже не делать новое. Музей – это где древние куклы, древние животные, динозавры. Модернистский музей, чтобы все люди посмотрели, какие динозавры кости. Музей тиносапов. Если кости, тогда их археологи откапывают. На нашей земле жили динозавры. Вот такая малыш был. А ты представляешь, какие мамы с папой были? Громищи. Еще могут быть музеи музыкальные. А есть такие музеи, где хранятся не всякие там артефакты, а хранятся картины. А есть даже музей, которым можно посмотреть, какие красивые картины. Сначала юные художники пытаются похожее что-нибудь сделать, написать. А потом они делают уже, там стареют, и уже у них получаются шедевры целые. Как, например, Айвазовский, там море он красиво очень рисует. Девушка с персиками. Например, незнакомка, Мона Лиза. Она интересна тем, какая у нее улыбка, то немного мрачная, то немного веселая. А можно сделать музей дома? Можно. Да. Ну, можно, только если у тебя есть какая-то коллекция. Музей можно. Можно нарисовать эти картины, там рисовать их целый час, потом выставить их и пригласить родителей или друзей, чтобы посмотрели. Коллекция – это когда ты все складываешь. И моя сестра коллекция фантиков. И что? Еще в смешариках у ежика она есть. Коллекция – это когда что-то собирают, не выкидывают, а просто собирают. Как я целую коробку киндеровских игрушек. Я по каждым игрушкам хочу коллекцию много собрать, целую кучу. Надо просто что-то да, не выбрасывать, а оставать. И становится больше, 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 и вот столько. Вот ты купила одну Монстр Хай, все, коллекционируешь. Одна Монстр Хай, одна, например, Фрэнки, Лагуна, Клаудин Вульф, ну все подряд. Зачем люди коллекционируют, чтобы потом, когда они подросли, у них появились детки или внуки, и потом они показывали им. Для того, чтобы потом этим красоваться. Чего? Для того, чтобы хвалиться ими.